Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Heels of Steel. Выбираем наш танк. Танк я выбираю сегодня баллисту. Будем играть за баллисту сегодня. На Луне. Так, у нас на начало ролика денег 2300. Попробуем заработать, чтобы было 2500. Ух ты, с одного, смотри, выстрела мы бы уничтожили танк. Едем, едем дальше, смотрим, где еще здесь есть танки. Вот танк. На, получай. Слушай, у меня же, я сейчас буду вас вот так вот со всей мощи стрелять. Со всей пружиной. Есть, смотри, прикинь, мне пружина отлетает, а там танк стоит, представляешь? И мы его взорвали. Так, где-то здесь еще будут сейчас танки. Давайте пружинку мы нашу нацелим. На, есть. Мне нравится, что с одного выстрела баллиста уничтожает танки. Опа! Тихо, на. Перевернулся, смотри. Хорошо. На. А-а-а. Да подожди, я тебе маленький сейчас скину. Хорошо. А вот и босс. Ух ты, так быстро босс приехал. Офигеть. Представляешь? Так, давайте подлечимся. На один. На второй. Есть удар. Во! А, это еще и лазерная пасть, прикинь. Ёлки-палки. Есть удар. Удар нанесли, мы, ребяточки, его уничтожили. Вот смотри, самое интересное, у меня, как бы, в принципе, лечиться мне не надо. Ну ладно, придется взять. Хотя, очень хорошо, что у нас максимальное здоровье. Так, вот здесь будут танки, ребята. На! Есть! Тут будет несколько их. Тут их должно быть много. Так, подъедем поближе. Посмотрим. Чё-то никого нету. Кончились, что ли, танки? А ну-ка. Ладно, соберем сейчас монетки. Подождем. Так, сейчас мы пружинку свою натянем. А, вот едет. На! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отходим. Отходим, отходим, отходим. Есть. В кого тогда я попал? Хорошо, уничтожили один танк. Следующий. Он меня успевает ранить. Так, ладно, едем дальше. Кто у нас там? Давайте напряжение сделаем. Напряжение пружины. Вроде бы монеты. А здесь они должны танки защищать. А вот они едут. Защищать, защищать едут, ребят. Опа, нифига, они оба перевернулись от моей баллисты. Так, кто там еще стоит? Есть там кто-нибудь? Нет? Живой. А, нет, смотри, лежит. Лежит один танк. Все, мы его щелкнули. Хорошо. О, танки. Танки. Мне не нужны вот эти танки. Я сейчас их буду мочить. На! Нифига. Гусеница аж оторвалась у него. Прикольная баллиста. Слушай, достаточно-таки сильная она. У меня, смотри... Здоровье-то еще практически нулевое. Так, ладно, подъедем, посмотрим, что там. Ой-о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 й, едет. Так, все, отдыхай. Где там? Вот, едет, едет. Да-да-да, я ожидал, что сейчас будет много танков. Хорошо, что он еще отбрасывает танки. Смотри, видишь как? Опа! Ох, там еще одни едут. Да тут много их. Так, ладно, сейчас мы вот так сделаем. Ой-о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 й. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На! Слишком далеко я стреляю. Да ё-моё, на побольше вам. Сейчас я вас так буду закидывать. Ну, закидашка не особо работает. Почему-то урон маленький. Когда ты стреляешь вот так вот много-много раз. Да, видишь, как урон мне нанесли? А, гады, а? Ладно, давайте сейчас быстренько
сделаем ремкомплект. Хорошо. Да, вот лежит лазер, да? Так, он сам себя не щелкнет. Давайте мы ему поможем. На. Хорошо. Так, давайте посмотрим, кто там еще будет ехать. Вот здесь хорошее место. Я бы здесь бы и стоял бы. Ага, придется здесь и стоять, смотри. Опа! Ты что, еще живой, что ли? Подожди. Фига себе. О, хорошо, 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 место хорошее. Сейчас мы их будем щелкать по возможности. Еще один едет, я видел. Видел, видел я. Еще один танк. А, вот он, кстати. Сам себя, кстати, взорвал. Ё-моё. Дурачок. Дурачок сам себя взорвал и довольный. Так, мы едем дальше. Ща... Вот, вот, пошли, пошли танки. Ёшки-палки. На! Да ё-моё, смотри, они меня сейчас расфигачат. Нет, надо отходить. Надо немножечко отъехать. Слишком близко к ним. Да. На! На тебе бомбочку, слушай. Опа! Получил фашист гранату. Следующий. Держи. Супер! Мы дошли, кстати, ребятушки, до второго босса, до легиона. Угу. Это очень хороший знак, что мы до него дошли. Мы можем будем подлечиться. Да ё-моё. У него заряды какие, смотри, а. Ты понял? На! Все, уничтожили, наконец-таки. Давайте быстренько подлечимся. О, уже неплохо. Уже неплохо, ребята. Мы заработали уже 2500 у нас есть. А нам нужно 5000, это очень много. Так, давайте я своим ремкомплектом немножко подлатаюсь. О, едет. Едут, едут, ребята. Очень активно они работают. Нам нужно как-то от них отделаться. Тихо, 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 тихо. Чё ты такой активный, а? На. На. Еще. Подожди, на еще. Надо немножко слегонца вот так вот постреляем. Все, разобрались с этой бригадой. А, вот еще один сидит. Вот еще один танк сидит. На, получай. А, мимо. Ладно. Сейчас поближе тебе кинем. Да, жалко, у меня ремкомплекта своего уже нету. А, перевернулся, да? На, получай. Все, уничтожили. Очень опасно, кстати, ребята, двигаться вперед. Потому что здоровье уже на исходе. Вот один чувак перевернулся. Так, уничтожили его. Так, едем. Не думаю, что я долго продержусь, конечно. Все, отсюда надо убегать. Да, не успел я убежать. Меня, конечно, они уничтожили, танки эти. Итого, мы 246 монет заработали. Давайте, значит, возьмем атака в пустыне. Выберем маленький вот этот. Давайте маленького Джокера возьмем. Попробуем. Атаки в пустыне. Ну, просто посмотрим, что здесь вообще есть. А, как сложно или не сложно здесь будет Джокеру нашему. Ух ты, сразу же шляпу мне снесло. На. Достаточно таки. Вдвоем они напали на меня, смотри, уже пол хп уменьшилось. Да, сложный уровень вот этот атака в пустыне. Очень сложный. Это тебе не крушитель луны. На баллисте кататься. Офигеть, смотри, как они на меня напали прям. На, получай. Есть. Готов. Ну и здоровья уже. Здоровья уже очень мало. Ладно, сейчас подъедем, посмотрим, что там еще будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все.
уничтожили меня. Да, сложно, сложно. Здесь их очень много, танков. Но вроде бы вертолетчиков не было. Вроде бы не было вертолетчиков. Давайте возьмем. Нет, атака в пустыне. Давайте возьмем тогда Феникса. Феникс получше будет, может быть, немножко. Атака в пустыне, тут же жарко. А Феникс у нас огнем стреляет. Получается, это его стихия. Ух ты! Смотри, уже совершенно другой класс танков. У нас уже появился вертолет. Так, мы его не смогли сейчас уничтожить, ладно. А, еще один, смотри, появился. Вертолетик. Офигеть, два вертолета сразу. Так, ладно. Попробуем. Вот здесь хорошо, я в хорошем месте стою. В принципе, они не успевают подъехать. Давайте посмотрим, ладно. Так, монетки я соберу. Спасибо. Поехали. Так, еще один танк. Ой-о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 й
Ух ты! Ладно. А. Так, мне вот этого надо срочно убить. Так, готов. И сейчас вертолетчик будет подъезжать, а мы сейчас быстренько залечимся. Все. На, вертолетчик, все готов. Вертолетчика уничтожили. Теперь вот этот красный танк. Тоже мы его убили. Ох, вот этот теперь, вот этого уничтожим сейчас. Хорошо, едем дальше. Половина получается у нас. Да, звездочки. Но на самом деле это много. Половина. Вот сейчас видишь, вертолет опять летит. И вот этих чуваков тоже много. О, еще вон третий едет. Так, ну давай поближе подъезжай. Я тебя сейчас поджарю. Нет, ему пофигу, прикинь. Я его жарю, ему пофигу. Да, ё-моё, смотри, какой сложный уровень. Почему такой сложный уровень, ребята? Давай сейчас. Так, вертолетчика уничтожили. Теперь вот этого надо. Нет, он будет на одном месте стоять. На! На, огня тебе. Пожалуйста. Сидит, стреляет. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Гад какой, а? У меня уже и здоровья мало. Вот скажи, как мне бороться потом еще с боссом? Если у меня уже здоровье, все. С гулькин нос. Так, это, походу, последний танк. Да? Ой, еще, ребята, босс у нас, гонец ада. Мощный, мощный босс. Один удар и все. Один удар, ребята. На меня. Босс сейчас. Ух ты. Я вам половину жизни снес. Офигенно. Так, давай, пожалуйста. О, подлетай поближе, гад. Может, я тебя щелкну? Смотри, что он делает, а? О, есть! Прикинь, я не ожидал. Я не ожидал, что я уничтожу этого босса. Круто, 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 ребята. Звезду получили. Да, мы получили звезду. Ой, на этом офигенном моменте, ребятушки, я с вами буду прощаться. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, передавай приветы. Всем пока-пока.